Во Вроцлаве полиция проверила фитнес-клубы, которые решили открыться в период пандемии. Полиция обнаружила 2 действующих фитнес-клуба. Там тренировалось более 20 человек. Им выписаны повестки в суд. Против владельцев клуба также были возбуждены уголовные и административные дела. Первый фитнес-клуб находился на Белянах Вроцлавских. В нем было 18 человек, а второй в центре города. Там было 8 человек. Как заявил пресс-секретарь полиции, в отношении всех людей были приняты соответствующие меры. Он добавил, что за последние 3 дня вроцлавские офицеры провели проверку свыше 1000 раз. В отношении более 235 человек были приняты меры в связи с несоблюдением ограничений. Они наложили 216 штрафов и подготовили 16 заявлений в суд.